Для приготовления свиных рыльц в темпуре с запеченным картофелем нам понадобятся следующие ингредиенты. Свиные рыльца, картофель, свинина, сыр торта де катар, репчатый лук, помидор, лук-порей и красный итальянский перец. Начинаем приготовление этого блюда с обжаривания свинины. Это небольшой кусок свинины. И желательно, чтобы это была свинина с лопаточной части туши. Нарезаем его тонкими ломтиками, примерно по 0,5 сантиметра, где-то вот так. И затем обжариваем его на оливковом масле. Переходим к приготовлению картофеля при низкой температуре. Для этого необходимо нарезать картофель вот такими кусочками. Добавим немного специй, посолим. Добавим немного тимьяна, чеснока, побольше копченой паприки, пиментон де лавера. Затем упаковываем картофель в вакуумную упаковку и ставим в духовку при температуре 85 градусов на 2 часа. И третий ингредиент – это овечий сыр торта де катар. Это сыр с провинции Экстремадура с очень насыщенным ароматом. Сначала очистим его и затем с помощью вот такого кольца вырезаем один кусочек и нарезаем его кружочками. Теперь придадим форму нашему блюду. Сначала кладем кусочек свинины, затем картофель и в завершение сыр. А пока эта комбинация готовится в духовке, переходим к следующей части – свиные рыльца в темпуре. Необходимо отварить свиные рыльца. Для этого добавим следующие овощи. Это красный итальянский перец, помидор, лук-порей, половина обычной луковицы, лавровый лист, немного соли и оставляем вариться примерно 2 часа. Овощи пропускаем через блендер для того, чтобы получился соус. Свиные рыльца вытаскиваем и нарезаем их такими кусочками, чтобы запечь их в темпуре. Как делается темпура? Для темпуры необходимы следующие ингредиенты. Это пшеничная мука, кукурузная мука, немного сухих дрожжей, соль и газированная вода. Именно газированная вода, и она должна быть очень-очень холодной, практически ледяной. Теперь нам остается только сервировать блюдо. Добавляем 3 кусочка в темпуре, последние штрихи, и все готово. Если вам хочется попробовать это блюдо в ресторане «El Colegio», это неделя иберийской свинины.